Как ремонтируют дороги Ногайского района? Наша съемочная группа вместе с куратором проекта «Мой Дагестан, мои дороги» выехала в инспекционную поездку. Они осмотрели одну из центральных улиц Терекли Мектеба и улицу Ленина в селе Кардановка Кизлярского района. Мария Тубрынская расскажет, как идет ремонт. Это одна из центральных улиц Терекли Мектеба. Житель Ногайского райцентра Исмаил Буланбаев ремонту своей улицы рад. Водитель с 10-летним стажем знает, как важны для развития села хорошие дороги. Дороги – это артерия экономики, грубо говоря. И чем лучше дороги, тем удобнее, комфортнее передвигаться. В Ногайском районе все дороги, ремонтируемые в рамках программы «Мой Дагестан, мои дороги», находятся в Терекли Мектебе. Центральные улицы, которые сегодня восстанавливают, не ремонтировались с 1983 года. Для жителей приход строителей стал праздником, говорит подрядчик. Конечно, нам очень приятно, вот когда даже вот начали эти дороги пролаживать, вот эти улицы, из каждых домов выходили люди, дети, прям, можно сказать, был целый праздник для них. И для нас самих то же самое. Праздник праздником, но исполнение работ по ремонту дорог не оправдало всех ожиданий, говорят жители села. И это неудивительно, если учесть, какие суммы выделены на реконструкцию. Для 4 улиц, а это более 1500 метров асфальта, предусмотрено порядка 7 миллионов рублей. Вот улица же наша, естественно, мы тоже беспокоимся об этом. Вот сметы не предусмотрели вот эти. Вот должны же быть съезд. И на ту улицу, и на эту улицу нету. Сметы нету. Денег, говорят, мало выделили. На лежачие пальцы здесь 100 идут, даже больше. Вот на это тоже нужны. Полицейские лежачие должны быть. На это тоже денег нету. Вы знаете, откуда собираются налоги и за счет чего это строится? Вот как вы думаете? Наверное, вам разъясняли или где-нибудь читали. Это транспортные налоги. Это вы водитель? У вас машина есть? Была машина, но я продал. Вы платили налоги транспортные? Все платят налоги. Вот из этих налогов мы и делаем эту улицу. Вот и поэтому мы всех призываем, чтобы налоги платили. Это вот такие улицы и будут продолжаться. Вы сейчас говорите о том, что не хватает здесь улицы. Хотелось бы, чтобы она была. Конечно. И поверьте, обязательно будет. После жесткого разбора с исполнителями и бесед с жителями села, Мухаммад Рашидов дает срок на исправление недочетов. Куратор намерен лично убедиться в том, что его указание выполнено. Нам много замечаний сделали, начиная от паспорта объекта, начиная от правильности, что заложено в сметах. Я озадачил самого подрядчика и здесь же заказчик тоже с нами. И я им сказал, так нельзя подходить к этим вопросам. Я им дал 2 недели. Вот это основание, которое сделано, она состоит из 5-метровой ширины этой улицы. И сзади обязательно по полметра должно быть песчано-гравийную смесь утрамбована, чтобы не ломалась она. Еще один район инспекционной поездки – Кизлярский. Здесь из 4 улиц сдана только одна – улица Ленина в селе Кардановка. Остальные на стадии завершения. Основные работы, как и в Ногайском районе, ведутся по проекту «Мой Дагестан, мои дороги». А все дополнительные – бордюры, съезды и освещение – берет на себя муниципалитет. Фатима Бурзиева, Бария Тубрынская, Умар Алиев. Время новостей.